Итак, ребята, мы снова вместе с вами. Продолжим отсюда. Откуда и начали. Здесь. Опа, нифига проход. Ух ты, вот это боже нас встречает. Здесь прям, это жаркая сторона планеты. Вокруг меня бескрайняя пустыня. Засекла еще один странный энергетический всплеск на вершине горы. Начинаю подъем. Кристаллы какие-то. Контейнер с ценностями. Давайте очистим его. Неизвестная точка. Ну, такое себе приобретение. Разведка Атра. Я начинаю подъем на вершину. Я не знаю, в который раз. Поджидающие опасности мне уже знакомы, но я никак не могу заполучить технологию. Некоторых препятствий на этот раз очень хочется избежать. Но что-то на вершине призывает меня. Придется попрыгать, я вот как вижу знаки. Песком что-то неладное. Да, это что-то с чем-то. Сразу сделаем. Подняться мы не сможем. Новая атака. Да, и очень интересная. Вижу бронированное существо. Панцирь выглядит очень прочным. Морды нет.
Защита мощная, но я справилась. Умница. Модифицированный пистолет. Пятый. Нет. Надо модифицированную нашу. Прочитаем. Так, у нас шестой, да? Наш вознесенный брат, неоперабельный, вскарабкается на горный трон. Его серп сразит создателя, разрушителя столбы глубин. Угу, пока что непонятно, да? Так, это бесплатный ящик. Щитолом, тихохимический карабин. Карабин у меня что-то здесь не вставляет. Кого-то там еще, уже нащупал, да? Чувствую, там здоровая какая-то бандура, да? Повышаем. Там здоровяк. Забираем. Трубный. Это дробовик. Ой, я думал другое вообще. Пустотник, да? Разрывная граната. Ну, разрыв для того, чтобы... Может, найдем дальше, посмотрим. Очень красиво. Не вижу врагов. Где они?
Это не летающие, но они бороздят. Там песок. Намного быстрее, чем нашего стандарта. Но мы нокаутировали его. Турели? Но я с ним вижу пока турели. Тоже на гранату настроен. Костюмчик. Заметили, да, он стал песочком. Так, а где можно здесь залезть еще выше? Так, здесь, да? Нету сферы. Фрагмент данных, шифра. То есть, здесь отдельно, здесь другая территория. Так, там надо решить задачку, да? Таямба? Я понял, почему он... И что это такое? Казалось. Понимаю, там впереди турели. Нет, не турели. Рывок отключен, но мы дамаг получаем. Нам надо двигаться дальше.
тот же. Семерка, нифига. Паутина стержней. Но это будет два. Два всего лишь стержня. Где-то наверху. Или внизу. Рикошет. Впереди. Инопланетные письмена говорили об их ограниченности. Но я оказалась не готова. Мне едва удалось отбиться от атакующих когнитов. Никогда я еще не встречала подобной враждебности и безумия. Но этот текст... В нем говорилось об отлученных братьях. Пока мне известно слишком мало, но... Что за сила могла превратить мыслящее существо в нечто подобное? Восьмерка. Восьмерочка, смотрите, да? То есть. Физическое попадание, восходящий тон, что-то нет. А здесь зато у нас бонусы. Реактивность, стабильность. Бонус к урону. У нас бонус к урону есть. По сравнению с этим. На том нету. Но он, то есть, не следит за целью. Здесь у нас есть какие-то определенные плюсы. Здесь есть возможность прыгнуть. Здесь начало. Угу. Ну все, идем дальше. Зайти на гору. Там какие-то лазеры. Ликвидирует все сбои.
Здесь, я понимаю, здесь будет сражение. Живой когнит. Он телепортируется. Умри. Я устранила когнита. Должно быть, это и есть отлученный. Один из неблагодарных тварей. Он шарился. Письмен. Что ты хотел найти? Ты пытался что-то изучить. Так, что у нас здесь? Хотя бы чуть-чуть себе взяли. Почему, конечно, к нам привязался этот... Неприятно было. Мы в него издали начали стрелять, но нас подтянули. Но это неправильно, я считаю. Я знаю, почему их отлучили. Это кара за неудачную попытку вознесения. Вознесение. Едва я произнесла это слово, как величественный образ совершенного наблюдателя из глубин начал поглощать мой разум. Я вижу места, в которых мне еще предстоит побывать. И эти видения увлекают меня с Олимпа вглубь себя.
Только я одна достойна. Что с ней произошло? Это не я. Нет, меня не интересует дробовик. Попробовать проанализировать. Связь с братьями разорвана. Мы сошли в бездну. Наконец завершилась. По возвращению братья боялись нас. Только два. Полноценно мы не смогли. Когда их много, они собираются. То есть и лазер у них включается, как у тех. Это за колоннами прячется. Попробуем здесь что-то собрать. Здесь не должно быть опасно. Я почти уверена, что эти отлученные не могли отправить сигнал. Их расколотое на части сознание не проявляет признаков высших функций мозга. Должно быть за стеной. У источника сигнала есть другие когниты. Но как мне донести до них, что я не враг? Что я пришла сюда не разрушать? Смотрите, какое величественное место, да? Еще лучше мы нашли. Шикарное оружие. Для меня так это вообще просто прелесть. Не нравится. У каждого, конечно, вкусы свои. Кто-то любит на дробовиках. Так, засыпано, да? Вот смотрите, да? Песок тысячелетия, наверное, сыпал. Что-то должно быть.
какой-то архив. Они обертывают себя и статуи. Похоже на акт символического общения. А там тогда, если мы здесь собрали, вот там еще есть... Страх или поклонение. Для отлученных эти колонны нечто особенное. Огромные, я бы сказал, колонны. Это подтверждает происхождение символов. Удваивают ради сбора болитов. Снижает защиту. Нет, извините, не надо мне такие... Вкусняшки. Защиту снижает. Не хочу платить такую цену. Как попасть туда? Просто, ну, прыжка не хватит. Здесь надо подпрыгивать, вот туда использовать. Только этого нету у меня. Это какой-то должен быть рывковый. Это какой-то быть рывковый. Надо вот отсюда уходить. И вот там еще дверь есть. Дополнительная информационная. Здесь вот она. О, я чувствую, здесь будет. Либо это что-то закрытое. Опасно. На 30. Вот это наглость. Каждым разом все меньше и меньше предлагают. Рапные.
Там вызов используется. Куда он? Продажи или урон, или эффективность ремонта. И давай это тоже приобретем, эффективность ремонта лучше будет, да. Типа приятно. Сколько там отремонтируется сейчас? Немного сельфи. Это мало. Как можно здесь упасть, не поранив себя? А вот так. Прыжок веры. Так что, ребята, верьте в себя, если что-то вот, что-то не так, но верьте. Большинство в себя верьте. А нам нужно еще. У нас не открыта. Не открылась дверь. Если мы вот пойдем вот. Нет, хотя здесь открыто. Здесь открыто. Все двери открыты. Остался вызов. Нам надо научиться, как открывать. Зараженная смола. Такой же куб? Куб данных. Нет, сюда мы не перепрыгнем.
Ребята, я не знаю, что здесь нас ждет, но бывают риски оправданные. Как бы здесь нам не упасть. Посмотрим локацию. Так, хпшка здесь, да, вот у нас 3 есть. Падение. Падения вроде бы нет, но просто сражаться будем на территории такой. Может быть, они сверху будут. Давайте смотреть. Убираем лишний ингредиент. Из этого уравнения. Быстро разбираться, потому что там следующая будет волна. Только я. Задевает. Это было по глупости, да. Нужно постараться. Ну-ка посмотрим. Записи, которые мы собирали. Здесь мы не можем. Так, это до сети. Нам нужно... Давай поспим. Может, что-то новое будет. Какой-то кошмар новый.
сразу изучим. Но теперь у нас все равно сохраняется у нас две ячейки, мы открытые, да? И... У нас сразу же все открывается, в принципе. И как рогалики, да, мы живем по жизням. Угу, это доп. Да-да-да. Друзья, давайте на этом сохранимся и пойдем дальше, потому что на втором рубеже в пустыне мы дальше рванем и там будем узнавать, что же там происходит дальше за той стеной. На этом все. Хорошего настроения, всем ригату. Мне приятно было с вами и всем пока.